Привет, друзья! Сегодня говорим о глаголах, которые используются с предлогами разными. Например, agree to – соглашаться с чем-то, на что-то. Например, I agreed to stay at home – я согласился остаться дома. Обратите внимание, agree to – и дальше идет глагол. Agree with – вы соглашаетесь с кем-то. I don't agree with you. Я с вами не согласен. I don't agree with you. Do you agree with me? Вы со мной согласны? Agree to. Соглашаться на что-то с чем-то неживым. Agree with. Соглашаться с человеком. С какими-то высказываниями. Напишите свои примеры. Apologize for. Извиняться за что-то. For example, I apologize for being late. You need to apologize for being late. Or, I always apologize for my rudeness. To apologize to означает извиняться перед кем-то. I apologized to my teacher for being late. Apologize for. И дальше идет то, за что вы извиняетесь. Apologize to. И дальше идет человек, перед которым вы извиняетесь. To complain about. To complain about означает жаловаться на что-то. To complain about the weather. She always complains about her salary. Never complain about the weather. You can't change it. To complain to означает жаловаться кому-то. Don't complain to me about your problems. Не жалуйся мне на свои проблемы, пожалуйста. I always complain to my parents about my problems at work. To hear about. Слышать о чем-то. Не путайте с глаголом to listen. Слушать, to hear, слышать. To hear about, слышать о чем-то. I heard about this news. I heard about this problem. I heard about this situation. Have you heard about Vasya's marriage? Ты слышал о женитьбе Василия? To hear from означает получать новости от кого-то, услышать от кого-то. Например, I heard from my colleague that they would raise our salary. Я слышала от коллег, что нашу зарплату повысят. Еще раз, to hear about, слышать о чем-то, to hear from, слышать от кого-то, получать новости от кого-то. Как правило, это используется в прошедшем времени heard, past simple, или have heard, present perfect. Talk about. Talk about, говорить о чем-то. Let's talk about the crisis. Let's talk about the new movie we've been watching recently. Let's talk about this new series I like. Давайте поговорим о новом сериале, который мне понравился. To talk to означает говорить с человеком. I need to talk to you in private. Мне нужно с тобой поговорить тет-а-тет. My sister talked to the president. Моя сестра говорила с президентом. To write about something means писать о чем-то. To write about something. For example, this author usually writes about nature. Этот автор обычно пишет о природе. To write to somebody означает писать кому-то, человеку. В каждой из этих пар один глагол с одним предлогом означает неживое, и второй глагол с другим предлогом означает человека. To write to someone. Писать кому-то, человеку. I wrote a letter to my mother. Я написала письмо маме. Ну, в наше время это уже не актуально. Пожалуйста, запомните эти 6 пар глаголов и предлогов и напишите мне свои примеры в комментариях. Пока!